одни встают к стеночке, он с ножом начинает. Он делает опять не спеша, произвольно совершенно так. Раз, два, два. Просто раз. В общем, не старайтесь торопиться, не ускоряйтесь, потому что глаз выключит. Или еще что-нибудь сделаете. Контроль. Раз, очень, на нож не смотрим, смотрим вот сюда, на периферию. Я вот вообще сейчас туда буду смотреть на камеру. Контролируем, если вошли вверх, получилось так, что зашли вверх, чтобы не дать ему движение назад, мы берем, вот здесь, вот, кстати, очень болевой прием получается, смотрите. Плеча вниз. Это, если вы не это не сделаете, то получится возвратное движение. Если вот здесь сделаете, получится возвратное движение, и все. И вам конец. Ну, это вот, чтобы вы понимали. То есть, видите? Вот. Вот. Можешь и побыстрее, конечно. Спина будет от этого броня. А помедленнее, то есть мы просто встраиваемся в эти движения. То есть раз, убрали, бум, научились. Он бьет отсюда, пропускаем, выкручиваемся. Он бьет уже отсюда, мы контролируем. Это не значит, что это каждый из них, оно как движение в бою, оно может вам просто помочь как-то в каком-то. Вы просто реагируете на движение. Видите, оп, он изгаляется, как только не изгаляется, учится работать ножом, потому что я его привожу в такое движение, вот, видите, куда вышел, оп, то есть я его, он, видите, опять другое движение, а мне нужно, чтобы меня не порезали, чтобы меня не укололи, а он, наоборот, ищет способы, которые ему это помогут сделать, понятно? Что, суть понятна? Да. Поехали.